Всем привет! Сегодня я вам наконец-то покажу аромат. Так, он у нас стартовал 25 октября с прошлого года, в 21 году. Относительно каталога, вот такой большой высокий флакон, красивый. Напыление из бордового цвета такого, градиента донизу. И здесь уже светленький у нас идет интервал. Так, под пленкой он мне понравился. Под пленкой он более нежный. 5 стадий аромата. Ну, это вы все читали, да? То есть с приближением аромат становится интенсивней. И вы в центре внимания. Звездный выход. Еще предлагалось к нему бесплатно крем парфюмированный для тела. Так. Что значит в составе? Аромат открывается нотами сицилийских мандаринов, бергамот и земляника. Потом идет сияние звезд, пион, жасмин и базовые ноты пачули придают статусного звучания. Здесь, конечно, на фотографии ничего не видно. Что же в реальности? Украшен флакон кристаллами Сваровски. Они закреплены на силиконовой ленте липкой разными гранями. То есть бачком, лицевой частью и также вот этой вот шипованной задней частью. Видите, шипики торчат. Это уже давно вошло, как говорится, в обиход. На браслетах, на всяких украшениях сейчас это все применяется. То есть россыпь сделали, как будто бы они рассыпаны. Вот так вот. Вот здесь лицевая часть пошла. Хваленые телефоны Xiaomi. Мой LG бы с легкостью снял макро получше. Вообще не люблю Xiaomi. Крышка, она металлизированная. Внутри пластик, тяжелая. Надпись Divine. И сверху получается, знаете, как вот хромируют вещи. Сейчас это, да и раньше было тоже, пластик хромирует. То есть сверху металлическая пленка будет у вас, внутри пластик. Ну, красиво, конечно. Особенно камни сверкают, камера не передает искристости. Так, как я вижу это глазом. Просто бриллиантовый блеск, на камере этого не видно. Опять же, в Xiaomi. Что еще рассказать? А, пульверизатор. Да, тяжелая крышечка. Красиво. Ну, такой стандартный. Пульверизатор. Пшикает мелко. Что еще сказать? Вот, например, здесь он покороче, да? Упрятан так, как бы. Где еще у меня? Ну, вот в спортивных. Тоже крышка металлизированная. Ну, вот такой. То есть, как бы, смотря где смотреть. Аромат. Аромат, значит, он такой крепкий, шипровый аромат. Пахнет, если сначала его брызгаешь, первый пшик, это спиртовая пробка, ее нужно удалить. Я брызгала на покрывало дивана. Потом они отстаиваются, дышат духи. Но они очень крепкие, конечно. Это действительно шипровый и фруктовый. Но я бы сказала, я не пойму, где я читала, что здесь ваниль есть. А мы тут читаем, что мандарин, бергамот, земляника. Что здесь? Пион, жасмин, пачули. Древесный запах, да? Где я читала про ваниль, не пойму. Или это не здесь?
В общем, я бы так сказала. Вот у меня завалялся флакон. Если кто-то пользовался абсолютом, то здесь еще, значит, терпкое звучание корочек этого самого, господи, граната. Но в нем такая же шипровость. Вот и этот аромат, шипр, прям яркий такой шипр. Ну, как сказать, тяжелый, крепкий, как заварка. Шипр. И такая, как бы, такая конкретная ваниль. Не как в мороженое, а как в специях. Так, и что еще я слышу? Вот это все смешано. Да, бергамот. Ну, я не знаю, землянику я не слышу. И цветы, да. Я бы сказала, что это бордовая роза, но нет. Розы это на любителя. Здесь не роза, конечно. Но именно эта цветочность присутствует. И я долго думала, да, вот сейчас прочитала. Пион и жасмин. Да, это жасмин такой пряный. Почули здесь хорошо, гармонично так вплетены в этот аромат, что вы не чувствуете. Бывает, людей отталкивают пачули, но мне нравятся они. Но здесь их ярко не слышно. Это бергамот, жасмин. Жасмина тоже нет, как основного такого цветка. Это вот все так вместе слежалось. Лепестки жасмина с бергамотом. И плюс вот эта древесность. Получается такой шиприк, шипр. Насчет фруктовости я не скажу. Вот впечатление. Бергамот, пачули. И пион с жасмином. Но все это объединено в одну молекулу. Вот так вот я его опишу. К нему нужно привыкнуть. Первый этот пшик, который был не на себя, конечно, поразил. Духи очень концентрированные. Но я к ним привыкаю. Вот вчера уже рука к ним потянулась. Будем привыкать дальше. И это, я считаю, зимний аромат. Ну или холодное лето. На выход, в дождь интересно будет куда-то, в ресторан там, если люди ходят. Ну и если подарить, наверное, все-таки старшая группа возрастная, это вообще зайдет 200%. Ну, вот так вот аромат. Ну, вроде бы все сказала. Вот сейчас еще раз понюхала. Он такой сладковатый, терпко-сладкий. Но не гурманика, а больше вот пудровость цветов, такая крепкая. Сладкий. Даже не знаю, вот как, конечно, нет, не буду я это говорить. Это, конечно, не пудра, не мамина косметичка СССР. Нет, это более интересный аромат. И я его приручу, наверное. Мне нравится. Хотя я очень долго не могу найти свой аромат. И редко, конечно, я добрызгиваю ароматы до конца бутылочки. Вот. Этому аромату уже лет 10. Вот так вот. Вот такие дела. Когда мне попадется именно мой, я не знаю, который я смогу уничтожить за полгода. Но этот аромат тоже очень привлекательный, как для меня, кто любит шипровые, вечерние.
могу рекомендовать. Но сразу не пугайтесь. После первого пшика 2-3 пшика постоял, и тогда он проявит себя такой, как он под пленкой, но под пленкой он нежней. Вот чуть-чуть бы убавить этой шипровости, вообще можно было бы им залиться. Все, всем пока-пока.